затащили. Отвечаю. Отвечаешь. Давайте на бабки сейчас играем за Давай. Новые хиты. Хорошо, вот сейчас смотри, играем один раунд. Давай мы на 5000 играем. Не один раунд. Опять 10 раундов на 5000. Ребятки, это вторая часть выпуска шоу «Пуша Займ» с Егором Шипом и Стефаном. Они отказались играть по правилам второго сезона. Говорят, что мы незаслуженно проиграли. И теперь мы играем на 5 тысяч. Можешь конфетку? Нет, спасибо. Смотри, правила очень простые. Я зашел в топ-100 и буду вырубать вам только те треки, которые вы должны знать. Почему топ-100? Которые ты знаешь. Которые я знаю и считаю, что они популярны. Если вы проигрываете, с вас 5 косарей. Если вы выиграете, то вы не... правильные пацаны. Нет, в смысле? Это тут вообще ни при чем. Хорошо. Если вы выиграете, то выигрываете для себя по-честному. Да. Готовы? Да. Окей, раунд номер один. Поехали. Ой, я просто рядом тебя всего, тебя на тебя. Это не это, любимка? Хорошо. Не лето, брат! Я просто трачу тебя. Тебя. Так, 1-0, но ты был прям вот на флажке. Все, пошла жара. Итак, трек номер 2. Второй раунд. Поехали. Конечно же, Зивер. Какой же я тупой. Ну, это очень несправедливо, когда прям... 1-1. Ничего страшного. Мы продолжаем. Дождим машине фору. Вы пока довольны выбором, все так. Хорошо? Да. Окей, едем дальше. Третий раунд. Ну, это я знаю. Грустный дэнс. Отлично, почитал Шазам. Счет 2-1 в его пользу, пацаны. Мне кажется, что пора включаться. Давай. Давай. Четвертый раунд. Девочка, да, ты ж девочка, война, хамай, давай. И это правильный ответ, чувак. Это правильный ответ. 2-2. В нашем битве за 5 косарей пока что ничья. Ничья. Ну что, получше я пошло? Я уже готовил тебе получше бабки. Получше пошло? Я изначально думал. Нормально играем? Да? Нормально. Окей. Пятый раунд. Ты чё? Ты угораешь? Это комета! Каким? Ты знаешь эту песню? Я каждый день ее включал на протяжении недели. Каждый день. Боже мой! Я понял, почему! Почему? Из-за того, что эта тварь давит нам на мозги. Так, вы хуже соображаете. Мы хуже соображаем. Нужно не думать то, что мы не проиграем. Нужно просто на расслабоне слушать. Да, представь, что мы... Отличный план. На пляже. Отличный план. Представь, что мы выиграли 5000 у него. Счет пока 3-2. В пользу Шазама. Раунд номер 6. Поехали. Ты чай, вот. И это правильный ответ. Моя пчела, слава богу, блядь. С тобой мне повезет. Как вот эта штука называется? Ну вот когда вот у пчел такая... Жало. Не-не-не, где в домике они мед складывают. Улей. У меня не улей, а вот в улей вот эти вот отверстия. Сотницы или как? Ну как-то там... Ну, короче, что ну, короче, вот эта штука у меня сразу ассоциируется с этой песней. Когда я звук слышу, у меня в мозгу картинка этой штуки. Хорошо, счет 3-3. Мы продолжаем. Так, мы на пляже. Нам меняем локацию. Стой. Что мешает нам здесь шазам включать тоже? Не-не-не. Чтобы вы типа раньше узнавали? Нет, мне кажется, они, так они же одновременно. 3-3, раунд номер 7. Мы продолжаем батл за 5000. Поехали. Макс Корж, Вы правильно угадали Коржа. Вы были раньше, чем Шазам, поэтому вы получаете полбалла. Счет 3,5-3,5. А, у него тоже 3,5? Прикинь. И скажу я тебе за него. Не надо. Итак. У него как? 3,5. У нас с вами осталось ровно 3 раунда. Костюм.
Настя. Давай. Вы готовы? Да. Ну тогда поехали! Джаро и Ханса. А, я не знал вообще. Но ты правильно сказал название 4, трека. 4-4, да? 4-4. Вы правильно мыслите, ребята. Ух! Напряжение. Так, в Майами перелетаем. Наверх, пока напиши. Так. Ты чё? Не верят в себя. Я верю. Я угораю. В себя не верят. Итак, раунд номер 9. А, Новый Мерин на Моргенштерн. Правильный ответ, чуваки. Ты думал, когда... Ты думал, будет байт на канал. Да. Это Декстер. Перед финальным раундом... Итак, перед финальным раундом счет 5-4. Пацаны, вы готовы к финалочке? Да. Да? Нет. Не уверенно сказал Егор. Ты а? Да, это последний? Это последний. В Майами, Лос-Анджелесе. Либо вы, либо Шазам. Я перемещаюсь на Бали. Почему? У нас сейчас 5-4 счет. Будет ничья и будет суперфинальный раунд, чувак. Погнали. Погнали. Не мешай. Ты что? Кто Егор Крид и Клава Кока? Нет? Рзакин. А я знаю, кто. А, я думал, это та песня, помнишь? Не мешай. Ух, становится жарко! Подожди, а это разве не та песня, типа, помнишь? Не мешай! Не мешай! Что, какая? Егор Крид, да. А я не угадал? А Егор Крид и Клава Кока. Называется НБА. Моя ставка не зашла, точно. Точно, точно. Счет 5-5, у нас суперфинальный раунд, ребят. Либо вы отдаете нам свои пять. Я думал, это песня вот этого Егора Крида и Клава Кока. Помнишь, мы на пляже в Турции лежали, ты включил? Ребята, вы на пляже, представьте. Итак, суперфинальный раунд битвы за 5 косарей. Погнали. Ай-яй-яй! Егор Крид и это... Да? Элджей! Ты был позже, чувак! Подожди. Остановите. Я думал про Элджей, а сказал... Ты Егором Кридом. Да я думал, что Егор Крид это Элджей. Впервые в истории нашей программы это шоу принесло нам деньги! Извини, друг, третьего батла не будет. Я сказал Элджей раньше, я полбала должен... Это суперфинальный раунд, тут ты либо говоришь все полностью, либо нет. Вот такая вот история. Нет. Да? 6-5, нет. Вы проиграли. Мое ребята, шоу, мои правила. Я скидываю вам номер карты? Да? Да. Давайте. Давай, скидывай. Ах, как приятно. Ну как, пацаны, как это было? Обычно нам за съемки платят. Чё сейчас не получилось? А? Чё сейчас не получилось? Я сказал Элджей, конченый Шазам. Вот следующую песню включил, я угадал. Давай просто так, последнюю песню. Чувак, я больше не играю в эти игры.